Системные нарушения выявили в распределении земель и планировании градостроительного развития Алматы. Об этом на встрече с президентом сообщил председатель агентства по противодействию коррупции Асхат Джумагали. Он также рассказал о выявленных рисках, связанных с несовершенством механизмов формирования бюджетных заявок, отсутствием централизованного учета работников и интеграции бухгалтерских систем с базами данных казначейства, которые привели к крупным хищениям средств в сфере образования. Глава Антикора доложил и о мерах по пресечению коррупционных правонарушений, в том числе совершаемых представителями олигополии, а также о возмещении ущерба и возврату активов. За отчетный период в стране зарегистрировали около 1000 коррупционных преступлений. Под подозрение попали более 700 лиц, из которых 98 руководителей различных уровней. По результатам завершенных досудебных расследований удалось возместить больше 232 миллиардов тенге. В целом, за полтора года в бюджет и субъекты квазигосударственного сектора вернули имущественных активов и денежных средств на 860 миллиардов тенге.